Итак, здравствуйте, уважаемые зрители моего канала на YouTube. Вот покажу вам еще один маленький эксперимент. Значит, это пробирки стеклянные, обычные, лабораторные. Внутри, значит, находится, вот обратите внимание, медный стержень и алюминиевый стержень. В каждом из них медь и алюминий. Один стержень изолирован. Изолирован обычной синтетической тканью. Вот, чтобы друг друга они не касались. Соединены они между собой последовательно. Но вместо воды или соленой воды, или дистиллированной воды, сюда залит обычный чистый медицинский спирт. А факт эксперимента показывает, что все-таки спирт работает как электролит. Вот, и давайте мы сейчас посмотрим. Вот здесь я включил два щупа. Вот за один конец и за другой конец. И посмотрим, сколько они вырабатывают электричества. Вот, значит, электричество они вырабатывают 1,4 вольта. Вот, блокинг-генератор от этой штуки уже запускается, я проверял. Эти пробирки пролежали 3,5 месяца. И вот по прошествии 3,5 месяца мы замерили, сколько электрического тока эти пробирки выдают сейчас. Эффект сохраняется как батареек и будет продолжать работать. Правда, в самом совершении опыта, как только я их собрал, пробирки выдавали больше 3 вольт. Фишка этого опыта заключена в том, что алюминий практически не разлагается в спирту, что приводит к долгой жизни такой батарейки. Прежде чем поставить опыт, я проконсультировался с несколькими физиками и химиками и рассказал им идею, может ли батарейка на спирту вообще работать. Все в голос утверждали о том, что работать это не может, так как спирт не проводит электричество. И все-таки мной был изготовлен опыт, и опыт показывает, что спиртовая батарейка все-таки работает. Многие физики, химики, доктора наук, академики, они, к сожалению, зомбированы через учебники. И собственными руками эксперименты делать не хотят и верят только то, что написано в учебнике. В результате этого они не могут выйти за рамки дозволенного. Уважаемые подписчики нашего канала, внесите свой пассивный вклад 10 рублей. Каждая копейка идет на покупку радиокомпонентов. Вы сами развиваете этот канал и развиваетесь вместе с нами. Так как развитие человечества зависит от техногенных источников, облегчающих жизнь каждого на этой планете. Построим будущее вместе!